Ваан Гриш, Эйси Бхакти Веданта, Свами Махараджа, Шри Прабхупада Ки Джай. Джай Ом Вишну Пад, Парамахамса, Парамаджа Качай.
Můžeme tady probavit s vámi nicméně. Так нет Гиты, да? Chapter 10, text 9. Shall we do Sanskrit first? Bhagavad Gita, глава 10, стих 9. Маччита мадгата прана подаянтак параспарам Катиянтас чамам нитям хуту шанти ча раманти ча. You want to just read the... Just translation, immediately. Should I? You won't read the... The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service. And they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Перевод. Мысли моих чистых преданных сосредоточены на мне. Их жизни полностью отданы служению мне. И они черпают огромное наслаждение и блаженство, просвещая... There are some persons who know English. But probably best everyone knows Russian, so you just... Комментарий. Беседами о нем с другими преданными. На начальном этапе преданного служения они испытывают трансцендентное наслаждение от самого процесса служения. А на более зрелой ступени они действительно испытывают любовь к Господу. Достигнув этого трансцендентного состояния, они могут наслаждаться высшим совершенством, которое Господь проявляет в своей обители. Господь Чайтанья сравнивает трансцендент с преданным служением. Это преданное служение подобно семени. Если оно попало в сердце человека, и он постоянно слушает и повторяет махамантру, в конечном счете дерево находит приют у лотосных стоп Кришны и остается там. Постепенно, подобно тому, как обычное дерево цветет и плодоносит, дерево преданного служения приносит плоды, а процесс орошения в форме слушания и повторения маха-мантры продолжается. Это дерево преданного служения подробно описано в Чайтанья Чаритамрите, Мадья-лила, глава 19. Там объясняется, что когда выросшее дерево находит прибежище у лотосных стоп Всевышнего Господа, то живое существо целиком погружается в любовь к Господу, и с этого момента оно не может жить ни мгновения без общения со Всевышним Господом, как рыба не может жить без воды. В таком положении, в общении с Господом, преданный действительно обретает трансцендентные качества. В Шримад-Бхагаватам также много рассказов о взаимоотношениях между Всевышним Господом и его преданным. Поэтому преданный очень любит Шримад-Бхагаватам, что подтверждается в самой этой книге, 12 песня, 13 глава, 18 стих. Шримад Бхагаватам Пуранам Амалам Ядвайшванам Приям. В этом произведении ничего не говорится о материальной деятельности, чувственном удовлетворении или освобождении. This verse very nicely describes how the devotee derives his pleasure. В этом стихе прекрасно описывается, каким образом преданный черпает свое наслаждение. Sometimes one thinks that spiritual life means that one has to deprive himself of pleasure. Иногда люди думают, что духовная жизнь означает лишение себя всяких наслаждений. The fact is that spiritual life is full of pleasure, anandam buddhivardhanam. На самом деле, духовная жизнь полна наслаждений. Потому что живое существо по своей природе стремится к наслаждению.
he cannot give up that desire for experiencing pleasure. И живое существо не может отбросить это желание, стремление к наслаждению. But Krishna distinguishes the different types of pleasures in the Bhagavad Gita, and he says those pleasures that have a beginning and an end, they are a source of suffering. Но Кришна различает различные виды наслаждений, и в Бхагавад-гите говорится, что те наслаждения, материальные наслаждения, которые временны, являются источником страданий. That is the symptom of material pleasure, is that it comes for some time, but at some point it leaves, and then we have to experience pain. Это признак материального наслаждения, что оно когда-то начинается, когда-то кончается, и со временем мы должны расплачиваться страданием. Bhagavatam warns us not to pursue pleasure. И Бхагаватам предупреждает нас не слишком стремиться к таким наслаждениям. There are so many verses that give evidence of this. И есть стихи, которые подтверждают это. Tasyaiva heto prayate tukovido, na labhyate yad brahmatam upariyada, to labhyate dukkavad anyata sukam kalena savatra gambhira rangasa. That persons who are actually intelligent and philosophically inclined, истинно разумные люди, которые имеют склонность к философии, should not endeavor for material happiness, не должны особенно стремиться к материальному счастью, which is available even by wandering to the topmost planet, Brahmaloka, down to the bottom planet, Patalaloka, которые доступны во всех видах жизни, начиная с высшей планеты Брахмалоки и кончая низшей Паталалокой. Because as far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, и что касается вот этих материальных наслаждений, о которых говорится, it can be obtained automatically in due course of time. Они получаются автоматически с течением времени. Just as in due course of time one attains miseries without asking for them. Точно так же, как человек автоматически получает какие-то страдания, даже не прося об этом. In other words, nobody wants misery, yet it comes of its own accord. Никто не хочет страданий, но тем не менее они приходят со временем. In the same way, material happiness will also come due to one's previous pious activities. И точно так же, материальные наслаждения приходят с течением времени благодаря благочестивой деятельности в прошлой жизни. So the intelligent person should not endeavor for either of these things. И поэтому разумный человек не должен стремиться к этим вещам. Because the material happiness will come automatically. The devotee is intelligent because he simply pursues the happiness of the Supreme Lord. Преданный, разумный, он стремится к счастью, получаемому от общения со Всевышним Господом. This is explained by Śrīla Jīva Gosvāmī in his Bhakti Sandarbha. Это объясняется Śrīla Jīva Gosvāmī в Bhakti Sandarbha. This verse states that the happiness of the Supreme Lord, if one gives happiness to the Supreme Lord, he experiences happiness himself. В этом стихе говорится, что тот, кто доставляет удовольствие Господу, тот сам испытывает наслаждение. That is the superior type of pleasure that the devotee experiences. Это есть высший вид удовольствия, который испытывает преданный. So we can understand that when one describes the glories of the Supreme Personality of Godhead. И отсюда мы заключаем, что тот, кто описывает славу Верховной Личности Бога, the Lord is very pleased by this activity. То Господь становится очень удовлетворен такой деятельностью. Я идам парамам гуян мад бхактеш абидасти. As Krishna says, also in the Bhagavad Gita, for one who explains this secret to others, devotional service is guaranteed. At the end, he comes back to me. И Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что тот, кто объясняет эту высшую тайну моим преданным, тому преданное служение гарантировано, и в конце он вернется ко мне. Он также говорит, что в этом мире нет для меня слуги более дорогого, чем он. И в будущем не будет никого дороже. So, pleasure is there in spiritual life. Таким образом, удовольствие от духовной жизни. And certainly, for one who is conditioned by material nature, he may not be able to immediately experience that pleasure. Тот, кто обусловлен материальной природой, конечно, может быть поначалу не испытывает этого наслаждения. Because it cannot be experienced for one who is still desiring this material sense enjoyment. Это трудно испытать тому, кто стремится к материальному чувственному наслаждению. So
Lord Krishna also describes in the Bhagavad Gita that the embodied soul may be restricted from sense enjoyment. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что тот, кто ограничивает свои чувственные наслаждения, though he still desires it, хотя и стремится к ним, but ceasing such engagements by experiencing a higher pleasure, но прекращая такие наслаждения и испытывая высший вкус, he becomes fixed in consciousness. Тот постепенно утверждается в сознании. So without experiencing some higher pleasure, it is very difficult to give up the lower pleasure. Не испытывая высшего наслаждения, очень трудно отбросить низшее наслаждение. And in fact, we find that nobody will give up anything unless he anticipates that what he's giving, he'll experiencing something better. И в действительности никто не может от чего-либо отказаться, пока он не испытает что-то лучше. But in Lord Chaitanya's Sankirtan movement, it is so very wonderful. Но движение Господа Чайтани настолько удивительно. Because Lord Chaitanya does not recommend that you give anything up, it's just simply take. Господь Чайтанья не советует вам от чего-то отказываться, он говорит, просто берите. That is why Lord Chaitanya is known as Namo Mahavidanyaya Krishna Prema Vidayate, the most munificent incarnation. Именно поэтому Господь Чайтанья известен как Намо Махавиданьяя, самая милостивая инкарнация. Because he freely distributed what no other incarnation ever distributed before. Он свободно раздает то, чего не давала больше ни одна другая инкарнация. And that is pure love of Godhead. Это есть чистая любовь к Богу. Beginning with the process of Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Начиная с процесса Shravanam Kirtanam. When one first hears about Krishna from the devotee. На первом этапе человек слушает о Кришне от преданного. If one simply gives submissive oral reception to the descriptions of Lord Krishna from the lips of the devotee. На первом этапе человек должен смиренно слушать о Кришне из уст преданного. Then that seed of devotional service can be planted in the heart. И тогда семя преданного служения, ну, произрастает в сердце. This is also described in Chaitanya Charitamrita. Это объясняется в Чайтанье Чаритамрите. Брахманда брамате кона бхагаван джив гуру кришна прасади бхай бхакти лата бьеш. That when the living entity is wandering throughout the entire material universe, from the higher planets to the lower planets. Живое существо блуждает по материальной вселенной, начиная с высшей планеты до самой низшей. But by the mercy of the spiritual master, he may be given the seed of devotional service, which is planted in his heart. Но по милости духовного учителя, оно получает семя преданного служения, которое произрастает в сердце. That seed of devotional service comes when one gives submissive oral reception to the descriptions of Lord Krishna. Это семя произрастает тогда, когда человек начинает смиренно слушать описание игр Господа Кришны от преданного. And just as one takes a little seed and plants it in the ground, it also requires nourishment. Если вы берете семечко и сажаете в землю, то оно требует определенного ухода. So the way to nourish that seed is by continuously hearing and glorifying the activities and pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Орошение этого семечка означает постоянное слушание о играх и качествах Верховной Личности Бога. This is the watering process that is described right here. Этот процесс описывается в данном случае. Of course, we understand that that seed that which is given by the devotee is that he evokes this natural love for Godhead which is there within the heart of everyone. Таким образом, это семя, прорастая, пробуждает в человеке любовь к Богу, которая дремлет в сердце каждого. Just as in the Chaitanya Charitamrita, it is described that pure love for Krishna is situated eternally in the heart of every living being. В Чайтанье Чаритамрите объясняется, что чистая любовь к Богу дремлет в сердце каждого человека. It doesn't come from any other source. Она не исходит из какого-либо внешнего источника. Shravanadi sutta chite kore udoy, but when the living entity hears about Krishna and then chants about Krishna, he naturally awakens to his pure love of God. Но когда преданный слушает о Кришне и затем начинает это повторять, воспевать, то в нем пробуждается любовь к Богу. So the very beginning of devotional life is the hearing process. Таким образом, самое начало жизни в преданном служении — это процесс слушания. And the more one hears about Krishna, the more his attachment to Krishna increases. Чем больше человек слушает о Кришне, тем больше в нем проявляется склонность и привязанность к Кришне. So much so that when a devotee begins to experience this pleasure, as described here in this verse, he doesn't want to give it up even for a moment.
И когда преданный начинает испытывать вот это удовольствие, начиная с процесса слушания, то ему уже больше не хочется с этим расставаться. Thus, as Prabhupada explains in this last sentence of this purport, Прабхупада объяснял это в последнем предложении комментария. That thus the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literatures. Что самые реализованные души испытывают постоянное наслаждение в чтении такой трансцендентной литературы. Just as a young boy and girl take pleasure in association. Точно так же, как молодые юноши и девушка наслаждаются взаимным общением. This is a spontaneous attraction experienced by the devotee. Это спонтанная привязанность, которая пробуждается в сердце преданного. But in the beginning of the devotional process, sometimes we may experience that it is very difficult to relish such hearing and chanting. Но поначалу мы, может быть, ощущаем, что это трудно испытать такое наслаждение. If one endeavors to do so, then gradually he begins to develop a sweet taste. Но по мере того, как преданный прилагает все больше усилий, он постепенно начинает ощущать этот вкус, сладость. Just as Prabhupada gives the example of the person who is afflicted with jaundice. Прабхупада дает пример человека, зараженного желтухой. In his jaundice-like condition, sugar tastes extremely bitter. В таком состоянии болезни человеку кажется вкус сладости кажется горьким. But it is the cure for jaundice. Но в то же время это является лечением от желтухи. And the more he continues to eat the sugar, although it tastes bitter, it begins to once again develop its sweet taste. И чем больше человек ест этот сахар, тем больше он будет ощущать вкус сладости. Он будет излечиваться. As one is becoming gradually cured from his disease. То есть человек постепенно излечивается от своей болезни. So this material body, to have a material body, is considered to be a diseased condition of life. Иметь материальное тело – это значит находиться в болезненном состоянии жизни. And therefore, it is recommended to become freed from that disease, one must hear from the expert devotee physician. И для того, чтобы избавиться от такой болезни, нужно слушать опытного преданного. Prabhupada in one purport explains that these places where devotees come to hear about Krishna are just like hospitals. И Прабхупада говорил в одном комментарии, что место, где преданные слушают о Кришне, это подобно больнице, госпиталю. It's just as a person who is afflicted with some disease, he'll go to that place where he can become cured from the disease. Человек, который придет в это место и будет примет процесс лечения, он постепенно излечится. So similarly, one who goes to hear from the devotee physician can become cured from the disease of materialistic life. И аналогично этому преданные, которые примут такой процесс слушания, они постепенно излечатся от материальной болезни. This is also described very nicely in the Srimad Bhagavatam. Это прекрасно объясняется в Шримад Бхагаватам. Тасмад Бхаратас Сарватма Бхагаван Ишваро Хари Шротавья Киртитавьяща Смартавьящечтатавая. This is Sukadeva Goswami speaking to Maharaj Parikshit. Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту. He says, O descendant of King Bharata, о потомок царя Бхараты. One who desires to become free from all miseries. Тот, кто хочет избавиться от всех несчастий. He must hear about, glorify and also remember the Supreme Personality of Godhead. Тот должен постоянно слушать, прославлять и помнить о Верховной Личности Бога. Who is the super soul, the controller and the savior from all miseries. Который является Верховной Душой, контролером и спасителем всех живых существ. Krishna is the one who delivers one from the miseries of material life. Кришна – это тот, кто спасает нас от несчастья реальной жизни. Therefore, one who desires to become freed from material miseries, he must utilize his time by regularly hearing about Krishna. Поэтому тот, кто хочет спастись от несчастья материальной жизни, должен использовать свое время для слушания о Кришне. This is also very nicely described in the Bhagavatam. Это также прекрасно объясняется в Бхагаватам. Айор Харити Вайпунгсам Удьян Аштан Чаянасал. He says, both by rising and setting, the sun decreases the duration of life of everyone. В стихе говорится, что вставая и заходя, солнце сокращает продолжительность жизни каждого человека. Except one who utilizes the time. За исключением того, кто использует свое время. For hearing and discussing the topics of the all-good personality of Godhead. Для слушания и обсуждение различных предметов, касающихся Верховной Личности Бога. This verse is very nice because it enables us to understand how important it is to utilize our time properly. Этот стих показывает, насколько важно для нас правильно использовать свое время.
Because the sun is rising and setting every day and is bringing the materialistic person simply closer to death. Солнце встает и заходит каждый день, и оно приближает каждого материалиста к своему неизбежному концу. But when the devotee utilizes his time by hearing the topics and discussing the topics of Lord Shri Krishna, he becomes deathless. Но если преданный использует свое время для обсуждения предметов, касающихся Шри Кришны, то он становится бессмертным. Therefore, these topics are described as deathless narrations. Поэтому эти рассказы называются рассказами бессмертия. Shukadev Goswami instructed this to Parikshit Maharaj after he inquired, what is the duty of a man who is about to die? И об этом рассказывал Шукадева Госвами Махараджа Парикшиту, когда тот спросил у него, каковы обязанности человека, который находится на пороге смерти. Махарадж Парикшит was completely unafraid of death. Махараджа Парикшит совершенно не боялся смерти. And therefore he inquired from his spiritual master, Shukadeva Goswami, how he should prepare himself for it. И он поэтому спросил у духовного учителя Шукадева Госвами, как ему следует приготовиться к смерти. Actually, it's described that Parikshit Maharaj was such an exalted devotee that he could have easily counteracted the curse by the young Brahmin boy, Шринги. Махараджа Парикшит был настолько возвышенным преданным, что он легко мог противостоять проклятию мальчика Брахмана соответствующими жертвоприношениями. But he simply accepted it as the mercy of the Lord. Но он принял это проклятие как милость Господа. In fact, it is very nicely explained how the father of the young Brahmin boy Шринги, Шамлока Риши, he was very concerned about his son. Чудесно описывается, как отец этого мальчика Брахмана был обеспокоен, узнав, что его сын проклял Махараджу Парикшита. Because his son had committed a very great offense by cursing Maharaj Parikshit to die in 7 days. Поскольку сын его совершил великое оскорбление, прокляв Махараджу Парикшита к смерти. And he was thinking that the only way my son Шринги can be forgiven for his sinful behavior is if Parikshit Maharaj will counter curse him. И он считал, что единственное, как сын может избавиться от оскорбления, это если Махараджа Парикшит, совершит соответствующее жертвоприношение, чтобы нейтрализовать его проклятие. But he knew that Parikshit Maharaj was such an exalted devotee that he would never do it. Но в то же время он знал, что Махараджа Парикшит настолько возвышенный преданный, что он не будет это делать. And in one very nice verse he describes the characteristics of such a devotee. В одном чудесном стихе описываются качества такого преданного. The devotees of the Lord are so forbearing. Преданные Господа настолько терпеливы, even though they are defamed, что даже если их проклинают, cursed, бесславят, бесчестят, cheated, обманывают, disturbed, беспокоят, neglected, пренебрегают, or even killed, даже убивают. They are never inclined to avenge themselves. Они не хотят мстить. This is the mentality of a devotee. Таково умственное настроение преданного. That a devotee will never avenge himself for anything that is committed upon him, because he accepts everything as the mercy of the Lord. Преданный никогда не будет мстить за что-либо, направленное против него самого. Он воспринимает все это как милость Кришны. Therefore, Shamlika Rishi was overwhelmed with lamentation because he knew that Parikshit Maharaj would never counter curse this boy Шринги. И поэтому этот Риши был очень обеспокоен тем, зная, что Махараджа Парикшит не будет нейтрализовывать проклятие. So he simply prayed to the Lord to please forgive his son. И поэтому он просто молился Господу, чтобы тот простил его сына. So because Parikshit Maharaj, he accepted that curse completely, he simply inquired from Shukadeva Goswami, okay, now I'm going to die, therefore, what should I do? И поэтому Махараджа Парикшит просто обратился к Шукадеве Госвами, сейчас я должен умереть, так что же мне надо делать? He didn't ask his spiritual master, how do I get back at Шринги? Он не спрашивал у духовного учителя, как мне нейтрализовать проклятие Шринги. He didn't ask his spiritual master, how does we avoid having to accept his death? Он не спросил, как избежать смерти, а он спросил, как ему принять смерть. He accepted as the mercy of the Lord and prepared himself for it. Он принял ее как милость Господа и готовил себя к этому. Shukadeva Goswami instructed the best way you can prepare is to always hear and chant about Krishna. И Шукадева Госвами ответил, наилучшим способом приготовиться к смерти это постоянно слушать и воспевать имя Кришны. Because by so doing you'll become freed from all material miseries. Таким образом ты избавишься от всех материальных страданий. Therefore, these descriptions of the Lord are completely deathless.
это описание Господа является подлинным бессмертием. Because the more one waters the seed of devotional service, which has been planted by the devotee, the more he experiences that he never has to die. И чем больше преданный ощущает это семя преданного служения, тем больше он ощущает свое бессмертие. In fact, Lord Krishna describes this in the Bhagavad Gita. Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. Antakale tamamiva smaran mukva kalevaram. That whoever at the time of death remembers me alone, he at once attains my nature. Of this there is no doubt. Тот, кто в момент смерти помнит лишь обо мне одном, тот немедленно достигает моей природы, и в этом нет никакого сомнения. That is the real preparation for death, is to be able to remember Krishna at the time of death. Таково истинное приготовление к смерти, помнить о Кришне в момент оставления тела. Not like the foolish materialists who are always trying to avoid death and therefore thinking they can become comfortable in this material world. Совершенно не то, что глупые материалисты, которые пытаются всевозможными способами избежать смерти. When a materialist hears about образом сосредоточить ум на Кришне, можно постоянно слушая и воспевая имя Кришны. Although a snake. Но когда язык... Well, shall I read it? Wait, I have to find it first. He's Prabhupada explains here in the second report. The second paragraph. Mm-hmm. You can just read the second paragraph. Second verse. Or the the devotee should approach that person who he feels is giving him Krishna. Преданный должен обратиться к той личности. That one must try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service. А в Бхагавад-гите Кришна. If he's impersonal, then he's not spiritual master. Если это безличностное, то это уже не духовный учитель. Because the spiritual master is the one who gives Krishna. На этом, в общем-то, закончить. Кто дает вам Кришну? And this is the most personal relationship. Конечно, так сказать, какие-то личные отношения. Because every one of us are persons. Thank you.
Thank you.
Yamuna Tera Vana
be short. Do you have a Bhagavad Gita? I have my own copy of Bhagavad Gita Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Oh, you're English. Chapter 3:30. Nice. Just ready. Mayi saravani karmani sanyasya dhyatma chetasa. Nirashya nirmamo bhutva yudhyasva vigata jura. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. Значит, Бхагавад-гита, глава 3, стих 30. А поэтому, О Арджуна, посвятив все свои действия мне, устремив на меня свой ум, без всякого желания к выгоде, отбросив эгоизм и сонливость, сражайся. Комментарий. Этот стих ясно указывает смысл Бхагавад-гиты. Господь поучает, что человек должен достичь полного сознания Кришны и исполнять свои обязанности, как военную дисциплину. Такое наставление может показаться вначале немного трудным, но тем не менее обязанности свои необходимо исполнять, полностью завися от Кришны, потому что таковым является конституциональное положение живого существа. Живое существо не может быть счастливым, независимо от Всевышнего Господа. Таковым является извечное конституциональное положение живого существа. Быть в подчиненном положении по отношению к желаниям Господа. Арджуна получил указание Шри Кришны сражаться, как если бы Господь не должен был рассматривать, следует ли ему выполнять указание Господа. Он был должен просто исполнять его приказ. Всевышний Господь является верховной душой всех душ. Поэтому тот, кто полностью зависит от Всевышней высшей души, без каких-либо личных соображений, иными словами, кто находится в полном сознании Кришны, называется адьятма четаса. Нираши означает, что человек должен действовать по указанию своего господина. Никто не должен ожидать каких-либо плодов от своих действий. Кассир может иметь миллионы долларов в своем банке, но он не претендует даже на один цент. Аналогично, тот, кто осознал, что ничто в мире не принадлежит конкретной личности, но все в мире принадлежит Всевышнему Господу, тот находится в правильном положении. Таков истинный смысл слова «мои», то есть «мне». Когда человек действует в таком сознании Кришны,
он, несомненно, не претендует на владение чем-либо. Такое сознание называется нирмама, то есть ничто не принадлежит мне. И если человек не хочет исполнять такое Амагьяна Тимирандасья Гинанджана Салакая Чакшу Унунитам Вина Тазмай Сигара Вейни Маха Укам Кароти Вачалам Пангам Лангая Тегалин Акрипа Тамаха Мандея Сигара Вейни Тарана. So this chapter describes the importance of execution of prescribed duties. Эта глава описывает важность исполнения своих предписанных обязанностей. Lord Krishna is presenting a very stern order to Arjuna in this verse. Господь Кришна дает Арджуне весьма строгое указание. Essentially, he's telling him to abandon all the fruits of his work. Don't desire any profit. No claim to proprietorship. По сути, он указывает Арджуне отречься от всех плодов своей деятельности, от всякого желания извлечь какую-либо выгоду и от всякого чувства собственности. Don't hesitate, just fight. Отбросить всякие колебания и просто сражаться. Arjuna, of course, has posed many arguments to Lord Krishna as to why he should not participate in the battle. Арджуна представил Господу различные аргументы, почему он не должен сражаться, уклониться от участия в битве. And even by some religious calculations, some of his arguments were apparently valid. Даже с точки зрения религиозных соображений, его аргументы были достаточно сильны. He was concerned that if he were to kill all the senior members of society, then who would protect the women? Он говорил, что если все старшие члены семьи будут убиты, то кто будет защищать женщин? If the women were unprotected, then there would be unwanted progeny. Если же женщины не будут находиться под защитой, то обязательно будет появляться нежелательное потомство. He even suggested that... Louder. Громче. Louder. They ask me to translate. Louder, yes. He was even suggesting that even if he were to be victorious over battle, then how could he possibly enjoy the kingdom? Арджуна говорил, что даже если мы одержим победу в этой битве, то как мы будем наслаждаться этой победой? So it was understood that Arjuna was a very good devotee, and he was not trying to be whimsical in his rejection of his duty. Из этого можно понять, что Арджуна был прекрасным преданным, что он не хотел действовать по собственной прихоти. So even though his concerns could be considered on certain levels, и его соображения можно было учесть в определенной ситуации. As far as Krishna was concerned, they were all invalid. Но поскольку в данном случае принимал участие Кришна, то все его соображения не имели цены. Because Lord Krishna had a higher principle to fulfill, and he wanted Arjuna to be his instrument. Потому что Господь Кришна является высшим принципом, которому нужно следовать. Арджуна же был его инструментом. It is understood that whenever Lord Krishna desires something, it is always for the highest welfare of everyone. Необходимо понимать, что если Господь Кришна желает что-либо, то это направлено на высшее благо каждого. Arjuna was making a consideration on his own behalf, but he shouldn't have thought that way. Арджуна пытался строить различные соображения в соответствии со своим пониманием, но от него этого совершенно не требовалось. Господь Кришна поучал его, что ты должен исполнять свой долг просто без всяких соображений. And therefore in this teaching to Arjuna in the Bhagavad Gita, he was emphasizing the necessity for everyone to accept prescribed duties. И в Бхагавад-гите Господь Кришна поучает, что каждый должен обязательно исполнять свой предписанный долг. He even said that even when I come, I perform duties as well. Он даже говорит, что в том числе и я сам исполняю свой долг, так же, как и все. Because if I didn't do any duties, then everyone would follow my example and the whole world would be put to ruination. Потому что если бы я не исполнял свой долг, то остальные люди следовали бы моему примеру,
и все бы пришло бы в хаос. Yad yad acharati sheshtas tatad evitero janasa yat pramanam kurute lokastadana vartate. That whatever actions are performed by great men, then common men will follow in their footsteps. Стих Бхагавадгиты гласит, что какое бы действие ни совершал великий человек, все остальные следуют его примеру. And whatever standards they set by their exemplary acts, all the world pursues. И какой бы образец он ни установил, все идут тем же путем. So there's no question of Lord Krishna having any duty to perform. Для Господа Кришны не может быть никаких обязанностей, которые он должен был бы исполнять. Even the word duty means that it's coming from a higher authority. Само слово duty, обязанности, означает, что они исходят от высшего авторитета. And Krishna says in the Bhagavad Gita that he is the highest authority. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит, что Он Сам является высшим авторитетом. Матак паратарам наннат, кинчирасти дананджая, маи сарвам идам плотам, сутре манигина ива. He says, there's no truth superior to me. Он говорит, что нет истины выше меня. Everything is resting upon me, as pearls are strung on a thread. Все покоится на мне, как жемчужины, нанизанные на шнур. So Krishna is the highest authority on all knowledge. Таким образом, Господь Кришна является высшим авторитетом в любом знании. And he also explains this in the 15th chapter of the Bhagavad Gita. Он это объясняет в 15 главе Бхагавадгиты. Vedaishya Sayavardaham Eva Veja Vedantikad Veda Vedeva Chaham. By all the Vedas I am to be known. Через все Веды необходимо познать меня. Indeed, I am the compiler of the Vedanta and the knower of the Vedas. Я являюсь составителем Веданты. Именно я знаю Веды, как они есть. So although Krishna is the topmost personality, and no one can be found to be equal to him or greater than him. Кришна является верховной личностью. Нет ни одной личности, которая равнялась бы ему или превосходила бы его. He does not have to work or perform any duties whatsoever. Он не должен исполнять какие-либо обязанности, ему предписанные. Yet, in order to teach the world, he accepts the performance of duties. Но все-таки для того, чтобы учить весь мир своим примером, он исполняет определенные обязанности. Of course, Krishna is completely transcendental, and sometimes even he performs acts which is contrary to the rules and regulations. Разумеется, Кришна полностью трансцендентен, и иногда он совершает действия, которые кажутся противоречащими обычным правилам и предписаниям. But still he is not negligent of his responsibility to show people the right path. Но тем не менее, он не пренебрегает своими обязанностями, чтобы показать людям истинный путь. And therefore it is described when Lord Krishna's pastimes in Dwarka, he accepted full responsibility as a householder. Например, во время своих игр в Двараке, Господь Кришна исполнял идеальным образом свои обязанности домохозяина. In each and every one of his 16,108 palaces, he executed his prescribed duties in householder life. В каждом из своих 16108 дворцах он исполнял совершенным образом свои обязанности домохозяина. He would rise early very morning and then begin meditating upon himself. Он вставал рано утром и начинал медитировать на самого себя. Who else could he meditate upon? Кто еще может медитировать? He is the Supreme Lord. Он является Всевышним Господом. But in this way he was showing us that this is what we should do when we rise every morning, is that we should meditate on Krishna. Тем самым он показывал, что мы должны вставать рано утром и медитировать на Кришну. And he would perform all the rules and regulations of household life. И исполнять все правила и предписания жизни домохозяина. And just to show that one has to perform duties. Показать другим, как следует исполнять свои обязанности. As well in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes that self-realized souls have no duties to perform. В Бхагавадгите Господь Кришна объясняет, что самопознавшие души не имеют каких-либо обязанностей. They are completely transcendental to all rules and regulations. Они трансцендентны ко всем правилам и предписаниям. But because everything they do is dictated by the Lord within the heart. Поскольку все, что они делают, это диктуется Господом, находящимся в сердце. Therefore, their every action is in complete union with the will of the Lord. И поэтому каждое их действие находится в полном единстве с желанием Господа. They don't have to perform duties for their own purification. Им не требуется исполнять какие-либо обязанности для собственного очищения. But still he tells Arjuna, even though they don't have to, they do. Но все же Господь говорит Арджуне, что хотя они и не должны это делать, но они все же это делают.
And he gave the example of Janaka Maharaj, who was a great saintly king, who taught everybody how to work without being attached to the fruits of their labor. И он приводит пример Джанаки Махараджа, великого царя, который исполнял свои обязанности, чтобы всем дать пример, как это следует делать. So in this way, great emphasis was given to Arjuna about the necessity to perform prescribed duty. Таким образом, Господь подчеркнул очень важную необходимость для каждого исполнять свои предписанные обязанности. And the consciousness that which one should perform the duty as well is described here. И также описывается то сознание, в котором необходимо исполнять свои предписанные обязанности. Just as we said, how does one actually establish what is one's duty and what is one's not duty? Можно спросить, ну а что является для нас предписанными обязанностями, что не является предписанными обязанностями? Prabhupada describes this, excuse me, Lord Krishna describes this in the 16th chapter of the Bhagavad Gita. Господь Кришна объясняет это в 16 главе Бхагавад-гиты. Tasmat chastram pramanate kaya karma vyavastita. That one should know what is duty and what is not duty by the rules and regulations given in the scriptures. Человек должен узнать, каковы его обязанности и что не является его обязанностями в соответствии с правилами священных писаний. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may be gradually elevated. Исполняя такие правила и предписания из священных писаний, человек постепенно поднимется в своем статусе. Lord Krishna describes this in the chapter of divine and demoniac natures because he says the nature of the demoniac person is they do not know what is to be done and what is not to be done. В главе «Божественные и демонические натуры» Господь Кришна описывает, что демонические личности не знают, что им надо делать и что им не надо делать. A demoniac person, he simply acts according to his whim. Демонические личности действуют в соответствии со своей прихотью. Just as the prevailing philosophy is, if it feels good, just do it. Он, если ему что-то кажется хорошим, он это делает и все. Nobody considers or anticipates what the ramifications will be if they perform some activity, which will be the, some sinful activity. Он никогда не думает, каково будет последствие его греховной деятельности. The demoniac person is driven simply by his own lustful propensities. И потому такие демонические личности, они движутся своими похотливыми желаниями. Whereas a devotee of the Lord, he follows the rules and regulations of spiritual life. В то время как преданный Господа следует правилам и предписаниям духовной жизни, as given in the scripture. Как они даются в священных писаниях. But even beyond that, Srila Prabhupada explains in the purport to that verse. Но кроме того, Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, that these rules and regulations are given in the scripture, что правила и предписания данные в священных писаниях, so that the ordinary person can understand what is to be done and what is not.